хочу тебя прервать, Кел, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Вот и он же. На линии 10А есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. Мне зарплату. Так ищи подработку, а то если сидеть здесь и ждать зарплату. Но ведь там так опасно. Конечно, там опасно. Ты же монтаж. Что если я оступлюсь, упаду? Мне же семью надо кормить. Монтажник с семьей? Жестокий. Ему-то всего пару лет. Ага, но сохранился, похоже, тебя. А? Прогресс, я твой. Не волнуйся. За такие деньги возиться с действующим оружием. Мертвым деньги ни к чему. Эти монтажники этого не понимают. Тебе врачу показаться. А, да это все пустяки. Эти инструменты не доживут и до конца смены. Наверху! А, ты всегда так говоришь. Помните, как раньше гильдия вот чинила наш инвентарь? Да, хорошее было время. Этот имперский контракт бантом насмех. Заставили нас латать снаряжение за свой счет. Эй, тише ты! Эти дроиды в любой момент могут нас подслушать. Барышников. Да, давно. Разберем и получим деньги. Ну, вперед!
Берегись! Осторожно! Какого? Эй, ты цел? Я в порядке. Но лестнице конец. Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Покинь эту базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Нелегальный? Но мусор же. Полегче! Просто прохожу мимо! Осторожно, стабилизатор сдох! Кило Томанос! Сказал же, замени стабилизатор! Брус! Да спрыгай! Да конечно! Это ты его так починил? Блин, осторожно! Понесу так, а кредиту. Закончим раньше срока. Я уже чувствую вкус кредитов. Сегодня гуляем. Давай закончим побыстрее. Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался.
Похоже на крыс со свалки. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Встретимся у захвата. Звучит неплохо, скоро буду. А ты как здесь оказалась? А? Да-да-да! Эй, нам нужно идти! Закончим, пока они не начали резать крыло. Остановись, остановись! Я и так тороплюсь, как могу. Рычаг управления внизу.
Готово. Теперь ты. Секунду. Так, захват зафиксирован. Ты как там? Я здесь. О, напугал ты меня, парень. Есть! Погоди! Сейчас сделаю! Готово! Давай сюда! Только посмотри! Истребитель джедая! Просто клад! Настоящее сокровище! Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи! Просто ужас. А я всегда говорил, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да, разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят... Столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Ты живой? Кэл! Не могу забраться! Проф! Держись! Я соскальзываю! Нет! Не отпускай! Не удержаться! Проф! Нет! Пилота нет. Я вытащу нас отсюда. Держись. Осторожно, Кэл! Прицел? Да. Да. Ну, так. Так. Надо уходить. Давай. Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я же видел. Я же своими глазами слышал. Видел. Прав. За тебя же награда. Я знаю. Я знаю. Так, что ж. Будем осторожней. Да. Ну и как ты? В норме. А ты? Тоже, да. Кэл, мы давно работаем вместе, и я впервые вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. И я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Не забудь.
Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь небезопасно. Может, ты того сбежишь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Тепперс поможет мне. Он вроде как на Наршат, да? Да. Мы теперь не скоро увидимся, прав. Да. Ну ладно. Ладно, Кэл. Куда ты идешь? И запоминай. Учитель. Верь только в силу. Поезд встал. Ага. Что-то здесь не так. Всем встать! Проверка личности. Всем построиться. Может, очередная проверка на контрабанду. Это точно все? Да, вторая сестра. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. Если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду.
Иначе всех вас ожидает смертная казнь. Наверное, мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Но при Империи инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Ралф. Мы все это знаем. Просто боимся сказать. Для Империи мы все лишь ресурс. Да, ты прав. Нет! Световой меч, неужели? А вот и джедай. Ну и боль. Стоять, не с места! Как ты здесь оказался? Полегче. Тут посторонний. Эй, может, не будь... Джедай! Слышал, что передали по связи. Джедай? Опасно. Это предатель! В атаку! Бей его! Будет сделано. Его никуда не ведет. Объект здесь. Огонь на поражение. У нас здесь нарушитель. Не лучшая затея. Мне не нужна помощь, чтобы убить тебя. Грузовой люк заблокирован. Выход один. Не останавливаться. Я решил отдохнуть. Так я готовлюсь. Так ты готовишься к смерти. Отдохнешь, когда умрешь, штурмовик. Вперед! Атакуем его! Держись подальше! Просто держись подальше! Тебе страшно?
Теперь только я и ты, джедай! Я не хочу умирать здесь! Надеюсь, подкрепление уже в пути. Я смогу дать ему отпор. Прямо в цель! Чё, сил не хватает? Как ты их всех убил? Ты совершил свою последнюю ошибку! Идти вперед, остановить поезд. Сейчас. Надо успеть между выстрелами.
Быстрее! Он здесь! Я тебе покажу! Бенка! Они отстрелили цепь... Надо вниз! Тебя, когда сможем! Еще. Поезд встал. Это не к добру. Держись! Нет!
куда собрал? Знакомая стойка. Похоже, ты прошел подготовку. Кто твой учитель? Подава. Вдруг я его убила? Кто пожертвовал собой, чтобы ты вышел? Я чую твой страх. Да ты объят страхом. Не выйдет, джедай. Твой последний удар. Скоро все закончится, джедай. Ладно, от следующего удара не уйдешь. Гаси эту штуку и садись. Спасибо за помощь. Кто вы такие? Я Цере Джанда. Это мой капитан, Грис Дритус. Как дела? Да, Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден Джедаев. Вдвоем? А кто еще? О,
мы тебе не подходим. Совет джедаев? Их нет. О. То есть у вас только я. Капитан, берем курс на Богана. Так точно. А пока что пойди отдохни. Иди, не бойся. Пока. У тебя еще будет другая жизнь. Найди свой путь. Кал, осторожно! Ты разговаривал во сне. Чудик.